привет! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о масс-рестлинге и его перспективах. Друзья, внимание на экран. Масс-рестлинг – это не только школа спортивного мастерства, но и особая философия физического и духовного воспитания гармоничной личности. Неотъемлемая часть богатой культуры народа Саха. Благодаря системной и последовательной работе по возрождению и дальнейшему развитию якутского национального вида спорта достигнуты определенные результаты. Масс-рестлинг получил государственную аккредитацию в России. Создана Международная федерация масс-рестлинга, которая развивает этот спорт на всех континентах. Александр Захаров – заслуженный тренер Республики Саха, мастер спорта по масс-рестлингу. Александр – кандидат педагогических наук, эксперт в области методологии подготовки высококвалифицированных спортсменов. Теряется ли с популяризацией масс-рестлинга его национальная особенность? И какое будущее ждет наш национальный спорт? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Оптимисты – те, кто считают, что масс-рестлинг является одним из самых популярных национальных видов спорта, и продвигая его, мы продвигаем родной край. Пессимисты – это те, кто считают, что, делая масс-рестлинг массовым видом спорта, мы встаем перед угрозой потери его национальных особенностей. И даже сейчас, когда технику этого вида спорта знают во многих странах, мы видим, что пьедесталы все чаще занимают не якутские спортсмены. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующей. У каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения в конце передачи. Итак, выбираем зоны. Оптимисты будут справа. Пессимисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Мастер спорта Республики по масс-рестлингу. Заслуженный тренер Республики Саха. Александр Захаров. Приветствую. Приветствую. Пожалуйста, присаживайтесь. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута, чтобы вы рассказали нам немного о себе. Ну, я в настоящее время работаю в Северо-Восточном федеральном университете на кафедре физического воспитания. Работаю преподавателем физической культуры, а также тренером по масс-рестлингу. Ну, я масс-рестлингом начал заниматься в студенческие годы. Моим первым тренером является Дегтярев Федор Матвеевич, и мы в студенческие годы ребятами занимались этим видом спорта, и после окончания университета уже начал свою тренерскую деятельность. И до сих пор вот работаю вот как раз со студентами. Перейдем к небольшому блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы и быстрые ответы. Ну, так, давай. Первый вопрос. Прибыльна ли ваша профессия? Тренерская работа – это больше призвание. Какие главные сложности спортивной жизни вы бы могли назвать, и есть ли они? Ну, как и в любой профессии, наверное. Поделитесь, встречаете ли вы негатив по отношению к своей профессии? Нет, не встречаю. Как вы относитесь к спортсменам, использующим свое физическое превосходство в хулиганских целях? Ну, среди моих воспитанников таких нету, и мы на каждом тренировке, наоборот, на занятии стараемся привить студентам более такие моральные ценности, чтобы они были примером, скажем так, для молодежи. Отличаются ли якутские национальные виды спорта от других? Наша особенность в том, что мы в свое время наши национальные виды спорта смогли сохранить и возродить, что они сейчас уже культивируются не только в России, но и в мире как вид спорта. В этом своя, скажем так, особенность наших якутских видов спорта. Как начался лично ваш профессиональный путь? Помните ли вы свои первые профессиональные шаги? Свои первые старты, конечно, я помню. Вот у нас с начала 90-х годов чемпионаты республики начали проводиться. И, конечно, я очень хорошо помню свои первые схватки по масс-рестлингу. Это было начало 90-х годов, уже прошлого столетия. Как тренер, насколько вы требовательны к своим подопечным? Стараетесь ли вы выстраивать доверительные отношения с ними? Я всегда на своих занятиях стараюсь довести до студента, что они в первую очередь строили вот как раз вот доверительные отношения со своими воспитанниками. В первую очередь должен быть, скажем, интерес спортсмена превыше всего для спортсмена, а не спортивный результат. Вот этот принцип я стараюсь вот донести до студентов. Итак, Александр, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и подискутировать на нашу тему.
Справа от вас расположились оптимисты. Это те, кто считает, что масс-рестлинг является одним из самых успешных национальных видов спорта. И продвигая его, мы продвигаем родной край и родную культуру. Слева же от вас расположились пессимисты. Они считают, что делая масс-рестлинг массовым видом спорта, мы встаем перед угрозой потери его национальной идентичности. И даже сейчас, когда технику спорта знают во всем мире, мы все чаще замечаем, что пьедесталы занимают не якутские спортсмены. Итак, друзья, давайте обратимся к вам, к нашей аудитории. Поделитесь, почему вы заняли ту или иную позицию? Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем с оптимиста. Пожалуйста, берем микрофон. Сама занимаюсь масс-рестлингом уже 4 года. Я выбрала позицию оптимиста, так как соглашаюсь с мнением, то, что с развитием масс-рестлинга в мире и в других краях он развивается во всем. Пессимисты, пожалуйста. Я очень трепетно отношусь к нашей культуре, и мне кажется, популяризация этого спорта и не рекламирование его как якутского делает его менее национальным. Спасибо. Пожалуйста, оптимисты. Меня зовут Игнатьев Герман, я член сборной России по масс-рестлингу. Выбрал сторону оптимиста, потому что сам с детства занимаюсь этим спортом. Также восхищаюсь им. Этот спорт развивает не только физическую активность, но и быстрое мышление. Соревнования проходят в больших городах нашей России. Это очень помогает продвигать наш родной край и также масс-рестлинг. Пессимисты, пожалуйста. Почему вы выбрали эту сторону? Я действительно думаю, что с выходом данного вида спорта на мировой уровень якутский колорит как-то немножко исчезает, грубо говоря, как и в любом другом спорте, который выходит на другой уровень. Могу, как пример, дать простой бег, который тоже имеет свою историю, но никто не знает этой истории на данный момент. И также в будущем масс-рестлинг станет олимпийским видом спорта, то может пойти такая же участь. Пожалуйста, оптимисты. Я считаю, что масс-рестлинг продвигает Якутию, потому что в масс-рестлинге появляется все больше фанатов, и эти фанаты могут узнать историю создания масс-рестлинга, и так они узнают все больше о Якутии. Еще мнение, пожалуйста. Национальный якутский вид спорта, как масс-рестлинг, стал на мировой уровень, и некоторые люди не знают происхождения данного вида спорта и просто так занимаются. Давайте еще по последнему мнению со стороны оптимистов. Очень отрадно видеть то, что другие народы, страны знают масс-рестлинг как якутский вид спорта и также восхищаются и узнают масс-рестлинг как якутский. Они говорят, что он все в мире, и у меня много знакомых из других стран, и также они очень восхищаются якутскими спортсменами, масс-рестлерами. Ну и давайте перейдем к нашим вопросам, к нашему гостю Александру. Друзья, пожалуйста, оптимист. Мой вопрос такой. Как часто наши спортсмены занимают призовые места и с чем это связано в мировой сцене? Конкуренция, если вот так посмотреть, с каждым годом со стороны, скажем, зарубежных спортсменов, да, она все больше и выше становится. Надеюсь, так как я вхожу в тренерский состав сборной команды России, большинство медалей наши спортсмены завоюют. Я на это надеюсь. Пожалуйста. Вопрос со стороны пессимистов. Что для вас ваша деятельность? Это больше как работа или больше как увлечение и дело всей жизни? Тренерская работа больше призвание, поэтому в первую очередь люблю свою работу, да. Не ради зарплаты занимаюсь, скажем так. А за что именно вы любите свою профессию? Раскройте, пожалуйста. За то, что занимаешься, наверное, с молодыми людьми. Видишь, как они растут на глазах, результаты повышаются. И это не только их мотивирует, но и меня как тренера мотивирует. И тренерская работа, она больше творческая работа, я бы сказал, то же самое, да? Потому что каждым годом ты стараешься что-то новое, перспективное внедрять, тренируешь на свой процесс, что-то придумывать. И в этом плане очень интересно. Оптимисты, пожалуйста, ваши вопросы. Может ли масс-рестлинг в будущем выйти на уровень олимпийского спорта? Мы все, не только вот те люди, которые вот конкретно занимаются масс-рестлингом, да, но и сейчас очень многие люди в нашей республике, не только в республике, но и в России, работают над тем, чтобы войти в олимпийскую программу. Но это уже отдельная тема, бы сказал бы, да.
разговоры. Там очень много критериев, требований, чтобы войти в олимпийскую программу. Но лично я считаю, что масс-рестлинг в перспективе имеет все, скажем так, возможности и эти, чтобы войти в олимпийскую программу. Пожалуйста, ваш вопрос. Мне как человеку из Центрального федерального округа, то есть далекому от Якутии, интересно, как освещается информация о национальных видах спорта, в том числе о масс-рестлинге в школах? Например, рассказывается ли это детям, они с детства узнают об этом? Или как мы приходим, например, в зал, если есть человек, который знаком с этим видом спорта, и он набирает людей, рассказывает нам об этом виде спорта. Я тоже узнала об этом только вот недавно, считаю, что от своего тренера. Масс-рестлинг у нас, вкратце, если истории коснуться, очень активно начал развиваться в нашей республике лет 30 назад. И как раз в это время мы тоже, молодые люди в то время, начали заниматься вот масс-рестлингом уже после школы. В школе там просто как во время праздника, во время СССР, как забава, как игры, конечно, проводились, но активно начали целенаправленно, то есть тренироваться уже в студенческие годы. А сейчас уже у нас в республике практически в каждом районе есть уже штаты тренерские, которые занимаются с детьми, скажем, детско-юношеская спортивная школа. Поэтому уже сейчас многие наши спортсмены уже со школьных лет уже знакомы с масс-рестлингом и тренируются. Александр, а вот если позволите отвлечься от непосредственно масс-рестлинга, от спорта, как вы считаете, у нас есть замечательная молодежь, которая проживает в селе. Угу. При этом, что чаще всего мы видим, то что бытует мнение о том, то, что если построить в селе спортзал, построить IT-центр, то все, у нас молодежь как бы охвачена. А как вы считаете, действительно ли мы таким образом занимаем молодежь, активизируем ее, помогаем ей развиваться? Либо же тут стоит что-то пересмотреть? Как считаете? Я сам вот тоже в районе работал, у себя в родном Тампонском районе, был начальником управления спорта, да. И, конечно, только тем, что построил красивый спортзал, или что-то, да, привлечь молодежь к активному занятию там спортом проблематично, я считаю, да. И просто вот в селах, деревнях развитие спорта идет тогда, когда есть там очень, скажем, фанатичные, преданные своему делу тренера. Или общественные такие тренера, которые даже без зарплаты занимается с молодежью. Вот тогда, да, вот идет развитие конкретно какого-либо вида спорта. Оптимисты, пожалуйста, ваш вопрос. Как вы думаете, в какой период жизни и в каком возрасте надо остановиться? Так, про начало сказали, да, уже с детства, со школьных лет, а когда заканчивать спортивную карьеру, там, каждый спортсмен решает для себя индивидуально, я считаю, да, но масс-рестлинг такой вид спорта, где высокие спортивные результаты можно добиться и более зрелом, скажем так, возрасте. Примеров таких очень много. Потому что там не только 20-летние, там 25 лет показывают хороший результат, но и более 30 лет, даже 40 лет можно вспомнить нашего вот Анатолия Баишева, да, которому сейчас уже 50 лет, более 50, он сейчас бой даст любому молодому масс-рестлеру, я считаю. Поэтому вид спорта такой, он более подходит всем им. Так, пожалуйста, ваш вопрос. Ранее мы говорили о том, что масс-рестлинг является якутским национальным видом спорта. И вот все чаще призовые места занимают люди, спортсмены из других стран. Как вы к этому относитесь? Во-первых, если побеждает спортсмен из других регионов или из других стран, да, то это говорит о том, что масс-рестлинг развивается, во-первых. Поэтому, с одной стороны, я, конечно, рад тому, что спортсмены из других регионов, других стран составляют конкуренцию. Но как тренеру, который занимается со сборной, да, конечно, в этом плане тоже есть
какие-то для себя, вот скажем так, негативные моменты, да? Значит, что-то мы неправильно сделали, что-то недотренировали и так далее. А вообще вот эта тема, обозначенная сегодня, да, то, что вот и позиция пессимистов, да, то, что мы теряем самобытность, вот это момент, мы более 10 лет уже, ну так, обозначили эту проблемную ситуацию. И есть у нас даже публикации по этой тематике, да, как нужно сохранять самобытность национальных видов спорта. Поэтому я считаю то, что сейчас вот обозначилась вот эта тема еще вот с молодежью, очень актуально, я считаю, в связи с тем, что уже мастер-рестлинг не только выходит на российский, а уже на международный уровень активно пропагандируется. И мы все должны уже думать над этой, скажем, проблемной ситуацией и находить пути, как мы должны дальше развиваться, как должны дальше развивать вот мастер-рестлинг. Пожалуйста, еще вопрос со стороны оптимистов. А чем отличается любительский мастер-рестлинг от профессионального? У нас еще такого профессионального спорта, профессионального мастер-рестлинга, такого понятия, я считаю, нету, да. Все спортсмены, которые занимаются, они параллельно либо учатся, либо работают, да. И только занятие мастер-рестлингом их никак не обеспечивает. Детский мастер-рестлинг, методика тренировки женщин, методика тренировки мужчин, там, тяжеловесов, легковесов, те, которые только начинают. Конечно, вот эти методики тренировки должны, я считаю, отличаться. Это все зависит от квалификации тренера, инструктора, который занимается. У нас в университете и в Чуровчинском институте есть кафедры специальные мастер-рестлинга, да, которые занимаются, готовят специалистов по этим видам спорта. Поэтому я считаю, работа идет. А как вы считаете, насколько изменилось отношение общества вообще к теме масс-рестлинга? Изменилось ли вообще в последние годы? Не только спортсмены и тренеры или спортивные функционеры занимаются этим, да, стараются развивать масс-рестлинг, но и смотрим, вот передач таких больше становится, да, и работники других сфер деятельности обращаются к масс-рестлингу. Вот недавно фильм вышел, да, певцы, там для Гантей тоже песню новую там про масс-рестлинг презентовал, да. Стихи пишут про масс-рестлинг. Поэтому очень отрадно видеть то, что, скажем, вся общественность, скажем, можно сказать, республики как-то внимание заинтересовалась, да, внимание к масс-рестлингу уделяет, вносит свою лепту в развитие. И это очень здорово, считаю. И вообще вот, если вот взять олимпийские перспективы масс-рестлинга, то вот развитие масс-рестлинга и включение в олимпийскую программу может стать какой-то национальной такой идеей, да, у нас в республике, что и тогда это как-то может быть сплотить нас, наверное, вокруг этой идеи, и будем развиваться, я считаю. Заключительный вопрос. Давайте заключительный вопрос. Хотела спросить, а вот я когда смотрела программу, например, каких-то игр, в основном Дагына, Манчары, там, где присутствует масс-рестлинг, очень редко бывают вообще женские весовые категории. Хоть и популярно сейчас среди девушек тоже в Якутии заниматься масс-рестлингом, есть перспективные девушки, которые участвуют и на чемпионатах России, и на мировом уровне, но все равно женские весовые категории как будто не особо приветствуются на таких крупных играх. Да, вопрос очень интересный и своевременный, можно сказать, да. Сейчас я хотел бы тут в этом что отметить-то. У нас первое описание, да, вот письменные вообще по национальным видам спорта еще есть 1926 года, да. Там Иван Дмитриевич Баланов сделал первое описание, чтобы по этим описаниям уже проводить какие-то якутские, вот такие все якутские спортивные состязания. И там, что интересно, да, когда идет описание вот перетягивания, а раньше просто перетягивание палки называлось, да, и там конкретно написано, что этим видом состязаний занимаются и мужчины, и женщины. Еще в 26-м году, вот представьте, да, еще в советское время, там конкретно описание написано, что перетягивание занимается и мужчина, и женщина. Когда, как, скажем так, по другим единоборствам, та же борьба, скажем, да, бокс, женская, когда была? Недавно только они начали культивироваться, да, а у нас в якутском масс-рестлинге, скажем, гендерное равенство еще 100 лет назад было. То, что вот Махинур задает вопрос, что
женских состязаний у нас в республике как-то меньше, да? Даже вот Махинур заметила это, да? Она, скажем... Человек из другого региона. Да, с другого региона заметила, да? Но это вопрос, наверное, скажем, нашим спортивным, наверное, функционерам, которые положение разрабатывают этих состязаний. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим внимания на экраны. Как вы относитесь к тому, то, что национальный вид спорта, масс-рестлинг, становится популярным в мире? Как спорт, как вид спорта якутского, очень даже радостно на душе то, что продвигается и набирает популярность, можно сказать. А не теряет ли он свои национальные особенности от этого? Я думаю, нет. Скорее всего, нет. Потому что хоть и во всем мире, если он будет продвигаться чуть-чуть, он, скорее всего, и потеряет, но свой вид, как национальный, он не потеряет. Я думаю. Как вы относитесь к популярности масс-рестлинга в мире? Я думаю, что раз такой вид спорта якутский развивается, они узнают уже многие страны мира, это, конечно, здорово. Это же хорошо, понимаете, это, скорее всего, понимаете, этот вид спорта, мне кажется, обогащается, потому что каждая страна, каждая спортсмена, наверное, тоже, наверное, приводит что-то свое, новое. Как вы относитесь к популярности масс-рестлинга в мире? Ну, хорошо и неплохо. Сам не занимаюсь. В детстве только занимался. А как вы считаете, не теряет ли от этого спорт свою национальную какую-то колоритность, значимость? А нет, он вроде везде одинаковый, нет? Ну, то, что национальный вид спорта, масс-рестлинг, становится популярным в мире. Это очень замечательно. Это может говорить о том, что мы пользуемся популярностью. А не теряет ли он своих национальных особенностей от этого? Нет, мне кажется, мы приносим что-то новое, можно даже в некоторые культуры. Здравствуйте. Как вы считаете, национальный вид спорта, масс-рестлинг, нужно ли его популяризировать в мире? Он становится довольно-таки популярным. Он уже популярен. Хорошо это? Конечно, хорошо. А не теряет ли он свою национальную особенность от этого? Нет, я думаю, что наоборот, наши национальные виды спорта продвигаются на мировую арену. Все об этом уже узнают. Идет развитие в других странах, поэтому я думаю, это только будет положительно влиять на развитие дальнейшего этого вида спорта. Позитивно отношусь. Ну, конечно, я радуюсь, как и многие якутяне. Нет, почему теряют? Ну, мы здесь его любим, это отсюда произошло, как бы, ну, считается, да, нормально. Просто если организовывать, тем более, как бы, ну, наши люди, то это нужно именно поддерживать, да, что, ну, вообще откуда это вид спорта, да, как-то тоже это освещать. Наш якутский национальный вид спорта и на такой уровень, что его подняли, это очень даже хорошо. Не теряет ли от этого вид спорта свою национальную какую-то значимость? Нет, я так не думаю. Я наоборот, мне кажется, оно более расширяется. И многие, допустим, страны узнают, что у народа Саха есть такой вид спорта. И пропагандируем. Да, пропагандируем наш вид спорта на весь мир. Способен ли масс-рестлинг стать мировым спортом? Что для этого нужно? Давайте. Мне кажется, для этого самый ценный ресурс – это люди. Как раз-таки люди, которые хотят развивать, хотят продвигать это и не бросят это на полпути, потому что очень много людей, которые чем-то увлекаются, но если нет каких-то сдвигов вперед, то они бросают это на полпути. А есть люди, которые, наоборот, бьются до самого конца. Вот таких людей не так много, поэтому именно вот таких людей не хватает для того, чтобы развить этот вид спорта до мирового уровня и закрепиться надолго. Пожалуйста, еще мнение. Мне кажется, развитие масс-рестлинга как мирового вида спорта, его выход, допустим, на Олимпийские игры, зависит вот от двух факторов. Первое – это то, что в соответствии с тенденциями современного мира, мне кажется, масс-рестлинг также должен стать женским видом спорта. Вот. А второе, вижу только перетягивание палки, к сожалению. Ну, и для меня это как-то звучит не так перспективно для выхода на мировой уровень. Масс-рестлинг, который мы видим сейчас, это не его первоначальный вид. Правильно, Александр? Как вы считаете? Существует очень много проблемных моментов, наверное, да, вот обозначили очень хорошо, что нужно поддерживать людей в первую очередь, да, согласен этим. И как показывает практика, вот в России мы с 2005 года проводим чемпионаты России, да, и
он развивается в тех субъектах, особенно, да, где есть, скажем так, люди, фанаты, тренеры, которые вокруг себя собрали спортсменов, постоянно проводят соревнования внутри своих регионов. Вот когда есть такие люди, там в регионе развитие идет на соревнования. И они из года в год приезжают, высылают команды на чемпионаты России. Поэтому нужно таких людей, как правильно заметили молодые люди, нужно и таких людей поддерживать. А то, что вот правила изменяются, да, это, скажем так, один из законов развития любого вида спорта. Чревато тем, скажем, да, что мы не можем в будущем предполагать, что вид спорта сохранить вот как раз вот национальные какие-то особенности, самобытность, скажем, да, потому что придут какие-то новые функционеры, новые рукодефицы, они свое вынесут, другое вынесут, и, конечно, вид спорта в своем развитии вот, теряет самобытность. Есть федеральный стандарт, разработанный, да, по которому мастерингом можно тренировать с 12 лет, там, конкретно там, насчет после обобщения, там, и научных исследований и так далее. Вот такая программа у нас федеральная есть, по которому работают детско-юношеские спортивные школы. Да. Но помимо этого, я вот по районам ездил, да, очень интересный вот момент был, когда вот в горном районе были, там в детском саду специальная авторская программа, и там дети, которые в детском саду, они уже ознакомливаются с мастер-рестлингом, друг с другом тянут там палочку, да, и дети очень с интересом друг с другом состязались, да, вот, ну, конечно, не такие профессиональные, но у них свои, своя палочка, свои эти, да, там один раз уже потянул, уже победил, поэтому уже есть такие, скажем, опыты, когда уже даже в детском саду уже дети ознакомливаются. Нужно больше рекламы, больше людям донести, что этот вид спорта доступный, им можно заниматься, да. У нас сейчас как? Самые популярные это виды спорта, ну, вообще по России, да, это, скажем, футбол, хоккей возьмем, да. Почему они популярные? Потому что командные виды спорта. Потому что там постоянно идет деньги. По телевизору показ идет, да. Тот же UFC сейчас популярный, да. Целые телеканалы есть отдельные UFC, да, везде там показывают. И, во-первых, там финансовое обеспечение, тоже деньги. Перспектива есть. Если хороший спортсменом станет, он может себя обеспечить уже на всю жизнь, да, в том же футболе, хоккее. А у нас по национальным видам спорта любой родитель же понимает, что ребенка даст, он себя обеспечит, что ли. Лучше он хоккей отдаст, футбол отдаст. К сожалению, на данный момент по национальным видам спорта такого нету. А есть ли какие-то плюсы для якутян от популяризации данного вида спорта? Есть ли вообще эти плюсы? Самый большой плюс – это то, что я, как человек из Центрального федерального округа, я хотя бы теперь знаю, что у вас есть такие интересные праздники, как эсэхи. Очень красочные, очень динамичные и интересные именно в плане разнообразности. Здесь не только присутствует масс-рестлинг, здесь прыжки, конные виды спорта, стрельба из лука, что может заинтересовать других людей тоже ознакомиться с разными видами спорта на таких массовых праздниках, узнать культуру Якутии. Потому что после того, как я узнала про масс-рестлинг, мне стало также интересно изучить и саму Якутию, и сам язык тоже интересный. Потому что, когда мы на соревнованиях слушаем, как якутские тренера подсказывают своим ребятам, но мы-то их не понимаем, тоже хочется изучить, что там говорят, что кричат. У них есть преимущество в этом плане с нами, потому что мы знаем только русский, они знают и русский, и якутский язык. И заинтересованность появляется прям моментально. Поэтому, мне кажется, это плюс для Якутии. Еще мнение, ребят? Какие еще есть плюсы от популярности масс-рестлинга? Ну, плюсы от популяризации, наверное, это то, что появляется больше денег, фанаты начинают платить, чтобы показывали больше масс-рестлинга. Вот. Александр, с какой из наших сторон вы сегодня наиболее согласны?
и почему? Как я вначале уже отметил, да, вот такая проблемная ситуация возникает, когда национальные виды спорта выходят, скажем, за естественный ареал его распространения. Да. Мы, когда вот начинали вот масс-рестлинг выводить на российский уровень, да, то уже начали задумываться, как вот сохранить самобытность вида спорта, да, его связь вот с исторической, скажем, родиной, да, и в этом плане очень многое, я считаю, сделано, да. Тот же, например, сохранили в названии вида спорта слово «масс» сохранили, да. Сохранили вот команды, да, «Белемче», и сейчас все знают вот эти команды, да, «Белемче», что они означают на якутском языке. Так и должно быть. Вообще сейчас у нас в чем я вижу проблемную ситуацию, да, вот мы упомянули вот праздник Исых, да, праздник Исых, это у нас такой ритуальный обрядовый такой праздник, да, на котором раньше в старину и всегда были состязания в программе этого праздника, да, и сейчас, когда состязания во время нашего вот такого национального праздника Исых, я не скажу во всех праздниках больших, да, ну хотя бы проводится по правилам Международной федерации масс-рестлинга, это не очень, скажем. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы это возродить более старинные правила, да, масс-тардыгыта, скажем, да, и их уже потихоньку внедрять, когда проводятся вот эти наши праздники СЭХ, чтобы все, не только молодежь, чтобы и более взрослое население знало, что у нас есть такие старинные правила, каноны, которые не меняются в угоду спортивных каких-то чиновников, скажем, да, по которым наши предки состязались. Например. Какой совет вы бы хотели дать нашей сегодняшней аудитории и нашим зрителям? Ну, очень приятно, что молодежь интересуется национальным видом спорта. Очень хорошо, что сегодня подошли вот члены нашей национальной сборной, вот Герман Махинур. Да. Вид спорта имеет очень большие перспективы, во-первых. И мы, сохраняя и свою культуру, дальше будем двигаться вперед. Ну что ж, друзья, наступил момент истины. Поменялось ли ваше мнение? Соответственно, оптимист, который убедился в точке зрения пессимистов, может перейти к ним. И, конечно же, пессимист, который убедился в точке зрения оптимистов, может тоже поменять свою сторону. Поэтому, друзья, определяйтесь, ну и можно будет на счет 3 совершить переход. Давайте. Раз. Два. Три. Давайте поаплодируем. Пожалуйста, поделись, почему ты решила поменять свою точку зрения. На самом деле я хотела изнутри посмотреть пессимистическую точку зрения, тоже взгляд со стороны сделать на оптимистов и на пессимистов, потому что интересная задумка, для меня она новая. Я не рассматривала с этой точки зрения именно эту проблему, поэтому мне кажется, это был интересный опыт, но все равно я придерживаюсь оптимистического мнения, потому что я думаю, что развитие никак не помешает потерять национальность, если он будет поддерживаться хотя бы на земле Олонхо. Александр, кого из наших участников вам бы хотелось отметить? Мы знаем, что вы подготовили небольшой презент. Отмечу вот Махинура, да, потому что как-никак она у нас представитель из другого региона. Она вот впервые, да, в Якутии? Да, впервые приехала в Якутию и уже, я думаю, воочию убедилась, как у нас любят масс-рестлинг, да, как все мы работаем над этим. Здорово, давайте поаплодируем. Пожалуйста, мы просим тебя поднять себя. И вот этого тоже молодого человека хотел бы отметить. Александр, поделитесь, пожалуйста, что вы подготовили. Ну, вот это сувенир, где тянут палку, да, и хочу вручить Андрею. Давайте поаплодируем Андрею. Память о том, что вы... И вот сувенирная медаль. Угу. А Махинуру хочу вручить свою книжку. Угу. Давай, поаплодируем. Читай и совершенствуйся дальше, да, развивайся. И также памятная медаль и ручка. Угу. Здорово. Ребят, поделитесь, пожалуйста, как вас зовут, чем вы занимаетесь вкратце? Меня зовут Андрей. Я выпускник 11 класса. И чем я занимаюсь? Я, как ни странно, тоже немного увлекаюсь журналистикой. У меня есть свое молодежное движение. Мы снимаем интервью с подростками. Все такое. Также меня интересует музыка и в будущем. Я, наверное, хочу стать музыкантом.
Меня зовут Махинур, я являюсь постоянным членом сборной России по масс-рестлингу. Мне 21 год, я из города Калуги, впервые в Якутске. Мне очень все нравится. Здорово, аплодисменты. Друзья, сейчас мы приглашаем вас всех подняться сюда к нам на подиум, для того, чтобы мы еще могли немного пообщаться, ну и пообщаться с нашим гостем. Пожалуйста, ребята, поднимайтесь. Можете задать вопросы, которые не успели задать. Да, да. Это была программа «Я молодой». С вами были ее ведущие Лена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока. Тема, обозначенная в передаче, очень, я считаю, актуальна. Хотя и, как было отмечено, мы его уже давно обсуждаем, эту тему, да. Но в свете того, что вид спорта развивается уже на мировом уровне, мы все должны задуматься о том, как не потерять вот эту самобытность, как сохранить связь масс-рестлинга с его исторической родиной. В этом плане тема очень, я считаю, актуальна. Формат проведения, вот то, что очень молодые люди активно включаются в обсуждение этой темы, конечно, мне как человека, который занимается вот развитием масс-рестлинга, мне очень это ценно и очень радует, скажу так. И то, что в передаче участвовали и вот Махинур из другого региона, тоже внесло свой, скажем, колорит. И хотелось бы, чтобы побольше было вот таких вот мнений людей, которые занимаются масс-рестлингом с других регионов, да. Вот это их мнение тоже, я считаю, очень ценным.